Привет, ребята! Это мой мешочек для игрушек. Ой, какие красивые игрушки! Ну-ка, давайте уберем ваши игрушки в мой мешок. Да ладно вам, не надо жадничать. Что случилось, малыши? Почему вы плачете? Кто вас обидел? Приходила мамука-папука и забрала наши все игрушки. Как печально. Мы должны помочь. Герои, вперед! Думаю, мы должны найти мамуку-папуку. Согласен, Гекка. И заберем у них все игрушки. Да! Что будем делать? Надо подумать. Я придумал. Мамука-папука обожает новые игрушки. Так, и что? А вот что. Я поеду к ней на вот этой новенькой машине. И когда она за мной погонится, хватайте мешок с игрушками и к детям. Класс! Отличная идея! О, какая маленькая прекрасная машина! Я хочу в нее поиграть. Больше не могу! Лечу на помощь! Совиные крылья! Кэтбой, держись! Держусь! Олет, лети быстрей! Ой! Мои новые игрушки! Не отдам! Дети, вот, берите, это ваши игрушки. Спасибо, герои в масках. Берегись! Опять мамука-папука! Прячем игрушки! Простите меня, дети! Я так больше не буду. Можно я с вами буду играть, а то мне одной скучно. Кажется, она говорит правду. Мы будем с тобой играть. Обещай не забирать больше у нас игрушки. Обещаю, дети.